До свидания. Так и хотел. А ты что там делаешь? Легонько. Absolver — игра, которую на самом деле я не понимал до последнего момента, то есть ее показали на E3 2016, и с тех пор я такой, я смотрел на нее, думаю, а на кой хрен она нужна? Но при этом она выглядела очень интересно, то есть это по сути мультиплеерные бои, PvP и PvE схватки, в которых вы управляете персонажем на манер какой-нибудь Hellblade или Dark Souls, что-то среднее такое. И при этом, ну, в общем, в это можно играть и в коопе. Интересный визуальный стиль, то есть выглядит все очень круто, поймите меня правильно. Я просто не понимал, типа, а что за игра-то? Вот. И поэтому связался с разработчиками. Сразу хочу сказать, что сейчас вы смотрите не релизную версию. Тут еще очень много чего не прикручено. Я мог бы посмотреть релизную версию, потому что мне ее собирались прислать до отъезда, но вроде как не успевают они. Поэтому, если вы смотрите это видео, то значит они не успели прислать мне самую релизную версию. И тут не будет некоторых деталей. То есть, по сути, сейчас мы с вами сделаем просто небольшой первый взгляд. Спасибо разработчикам, что прислали эту игру на посмотреть. Потому что, согласитесь, по трейлерам, по видео она выглядит достаточно интересно. Но и непонятно, такого до этого вроде как особо-то никто и не делал. Поэтому давайте разбираться, посмотрим, как она вообще все работает и что может предложить. Это будет абсолютно первый запуск. Я не могу сказать, что я специалист в этой игре. Сейчас учиться играть в нее мы будем вместе с вами. И это на самом деле довольно хорошо. Играть мы будем на геймпаде, потому что, ну, игра вроде как мультиплатформа с упором на консоли. Но играть в нее, конечно же, мы будем на ПК, потому что 4К, там 60 кадров, все дела. Вот. Происхождение. Создание персонажа. Окей, это прогрузка, такая прогрузка. Ледяные болота. Ораты, Теара. На что это влияет? На цвет кожи? Ну, давай будем из Ораты. Пол будет мужской, стрижка. Подожди. Есть какие-нибудь вот такие вот прям. Волосы будут примерно... Не, ну, конечно, можно сделать модные, но лучше бы сделать как у поп-копа. Ну, что-нибудь вот такое, я не знаю. Хорошо. То есть тут есть кастомайз персонажа, и твой персонаж не будет похож на персонажа противника. Ну, как тебе кажется. Ну, если в той же Destiny ты посмотришь, все создают персонажи, и персонажи уникальны, очень красивы. Никто на это не смотрит, потому что все просто в них стреляют. Тут то же самое будет. Боевой стиль Forsaken. Сбалансированный боевой стиль с небольшим упором на силу. Активное умение, сложные стрельбы. Так, парирование полностью блокирует атаку. Угу. А, кахл метод. Это какой-то кунг-фу, смотри. Игнорирует оглушение от атак. Восстанавливает потерянное здоровье. Это Винчун. Позволяет игнорировать и замедлять атаки. Совершенствует ловкость. Я бы попробовал вот такой вот. Ипман. Окей. Имя освободитель. Не, какой освободитель? Я не знаю. Поглотитель. Пусть будет так. Хорошо. Не спрашивайте про это имя. Если мы сейчас встретим других игроков, то это будет большое везение, потому что игра еще не вышла, как вы понимаете. И, соответственно, играть в нее могут сейчас только игровые журналисты, да всякие блогеры и прочая шушера типа меня. Вот. И в результате, если кого-то мы встретим, то это будет профильный человек. Вот. Профильного человека бить приятней, чем просто какого-то любителя игр. Потому что кто же любит нашего брата? Я никого не люблю, хочу всех бить. Не знаю, сегодня опять упоротое настроение. Если у тебя такое же, ставь лайк в комментариях. Скелетор. Я пока повторю еще раз, что это не релизный билд, то есть это превью билд. Тут нету некоторых моментов, типа карты там и много чего на самом деле еще. Здравствуй, о, владыка! Ты
гироскоп. Визуальный стиль можно описать как обычный минимализм с приятным внешним видом. Не знаю, мне очень напоминает игру Пир. Помните, мы такую игру смотрели? Слушай, маска прикольная. Здоровье мы... Я тебе говорю, вот это вот все очень дело напоминает Dark Souls. То есть и стрелочки там в левом нижнем углу. Интересно, а по ударам как? Прикольно, это для PvP. Ага. Так, а снизу что? Запрос на кооперацию. Ну, понятно, на самом деле. Давай как Брюс Ли. Удар на Y, на X. Как-то особо кружить пока не получается. Но я думаю, это время. В коопе, я думаю, это будет очень забавно. Поэтому надо будет попросить второй там или третий аккаунт, чтобы поиграть там с Тёмой, с Джеки. Джеки бой. Ох, тут можно будет прикольно надавать. Это что, тренировочные статуи? Интересно, а что это? А, смотри, если я попадаю в определенное место по таймингам, то... Да, идет подсвет. Не знаю, ну я не совсем понимаю, что я делаю, но, в общем... Надо РБ, короче, держать, чтобы стоять в стойке. И вот так вот стоишь, держишь РБ. Эй. Довольно неудобно, на самом деле, но это типа, как бы, наверное, с непривычки. То есть ты просто поменять цель не можешь, тебе нужно... Чтобы нацелиться на кого-то, тебе нужно коснуться РБ. А вот чтобы поменять, тебе нужно держать РБ и переключаться. Странно, короче, как-то. Опа. Ну чё, пацаны. Как ваши дела? Хоп! Хорошо. Очень странное ощущение от игры, на самом деле. Я думаю, если попадать в определенные метки, то я меньше буду расходовать выносливость или что-то в этом ключе. Давайте уже наконец нормальный спарринг. В твоем наборе атак 4 стойки, каждая начинается с разных атак. Прими каждую стойку по одному разу. Так, держишь, короче говоря, РБ, потом РТ. Прикольно. Непонятно, но прикольно. Если это хорошо проработать, то может получиться реально годный коопный какой-нибудь или PvP шутан. Ой, ну шутан, в смысле, файтинг, ты понимаешь. Не-не-не, это может быть очень годно. Ты с помощью Y меняешь стойки? Забавно. Открыл дверь. Здорово! Так, это блок. Можно парировать как-то удар, да? И как сильно могут отсушить мне руку? Ну, если непосредственно во время атаки нажать. Ну, типа я делаю, но... Слышь, ты бесишь, серьезно. Давай, давай. Ау. Есть ощущение, что я чего-то не понимаю. Вот этот стойк самый прикольный. Ха-ха-ха, до свидания. Насчет финтов не совсем понял, честно говоря. Что-то не открывается дверь.
несмотря на все мои дикие замахи. Видимо, не хочет. Закрыто, подумал Штирлиц. Не знаю, пока что на самом деле, я не знаю, чувствуется это на видео или нет, но боевка реально крутая. Но про саму игру ощущение, что это какой-то инди вообще, то есть самый индюшный инди на свете. Давай-ка попробуем вот так. Слушай, ну как-то же я открыл эту дверь. Ну, вон ту дверь я имею в виду. У ворота, смотри. Вот это круто, смотри, хоп. Ладно, не открывается, наверное, потому что я их бью, а им пофигу этим дверям, обидно даже немного. Ну что, желающие есть еще? По лору, я так понимаю, все будет очень понятно. Так, можно уклоняться, кстати говоря. Стопы. Проще уворачиваться, чем блокировать. Есть, я ковер сделаю. В прихожей будет лежать. Так, выносливость очень сильно сушит. Ну давай. Не знаю пока, как парировать. Ну и что ты будешь делать? И что, а? Я пытаюсь уворачиваться. Пробую всякое. Ага, видели? И всушил в солнышко. Не, я говорю, с этим может быть прикольное что-то получится. Я пока не знаю, что думать про эту игру. Она выглядит очень бедно, но при этом очень стильно. Боевка такая, что реально дает всякие вещи творить. Типа там, вы видели, как я сейчас пригнулся? И после этого нанес удар, он ее просто высушил. Ладно, давайте уже нормальную драку. Найди и победи Силана. Силан! Силан! Мама сказала, пока тебя не побью, домой не возвращаться. Так, это ты, да? Я мастер Винчун. Меня зовут Ипман, парень. Давай. Ладно. Слушай, я не пойму, здесь умереть вообще можно? Пока что сложности особо я не чувствую, честно говоря. Силан! Так, воу, не все сразу. Воу. Я так понимаю... После каждой битвы здоровье восстанавливается? Или я неправильно понимаю? Ты сейчас знаешь, что это не очень вдвоем нападать, не? Иди твоем сюда. Хочу поймать его удар, из-за этого ловлю. Свободен. Драться прикольно, экипировка есть, смотри. Ой, я могу, короче, раздеться такой, типа, опа, голый торс. Только ничего не изменилось. А, во, понял. На руках тоже. Слушай, тут, короче, я говорю, в эту игру, похоже, можно залипнуть. Ну, так, она, типа, очень нишевая. Ловкость. Развитие ловкости. Так, увеличит урон от атак, зависящих от ловкости. Живучесть. Стойкость. Максимальная выносливость. Вот это пока, наверное, мне самое нужное. Так, хорошо. И немножечко ловко. Хотя, не, погодь. Чё не так? А, все. Силан! Может быть, дверь теперь откроется? Хотя вон там еще какие-то парни, смотри. Или нет, только парни. Алло! А, ты одна, что ли? То, что он спиной держится при этой стойке, это прикольно. Ага. От ударов какого-то вот особого такого наслаждения прям не получаешь, не знаю. Наверное, это только мое.
я понял, что мне не нравится в этой игре. Мне в целом все нравится, но вот когда ты бьешь кого-то, у тебя нет такого типа «на, получи». Просто, ну, ударил, ну окей. Спасибо за срез. Надеюсь, что дальше будет получше. Ага. Силан, where are you? О-о. Может, противники, потому что так все были. Кровью срать будешь. Так, надо отдышаться. Винчун, призываю тебя. Это было красиво, уворот на уворот. Ну, типа, окей. Это был несложный бой. Но это был первый босс. Новый уровень. Ей. Так, я бы, наверное, ловкость вкачал теперь немного. Я думаю, мне это понадобится. Подожди, а что там еще есть? Давай-ка на медитацию зайдем. Там вон наверху, видишь? А, там пока закрыто. Я говорю, но это оно постепенно будет открыто, то есть ту версию, которую мне предоставили попозже, там было бы побольше всего открыто. Я хочу в коопе. Я хочу эту игру в коопе. Я обязательно поиграю в нее в коопе. Интересно, какой это максимальный размер пати? Поговорить. Я Талим. Я постараюсь помочь тебе на твоем пути. Но если ты развоплотишься, я не смогу тебя спасти. Вот это у тебя маска, Талим. Я хочу себе такую. Не каждый, кто носит маску твой враг, знаешь ли. Я не стану нападать на тебя. А я могу? Когда ты в безопасности, ты можешь медитировать и тренировать свой набор атак. Угу. Ну-ка. А нет, оно просто, смотри, вон наверху, видишь, открылось. Надо побольше комбо набивать уже. Раз, два, три. Удар. Ну, допустим, допустим. Ого, нифига тут. Вот это понравилось. Нужно научиться это делать. Завершить в стойке. Ага. Это не в той стойке. Подожди, в какой стойке это? Ну-ка. Так, раз, два. Он не ту стойку делает. А если вот так? Ну, типа, понял, короче, как это делает. Тут реально многое нужно практиковать. Ну, спасибо тебе, парень, за подсказки твои. Вон там кто-то что-то хочет, походу. Чё ты хочешь, женщина? Да чем ты так? Ау. Трое? Подло. До свидания. Ау. Тут реально комбить прикольно. Ах ты, сука. Я хочу его этим добить. Сейчас меня убьют из-за этого. Ладно. Свободен, солнышко, получи и иди домой. Скоро, я думаю, по 5, по 6 будут нападать. И при этом местная боевка... Так. Рывок из боев... А, это, короче, мы бегаем быстрее. Не, прикольная игра, ты знаешь. Прикольно. Какое-то ощущение загадочности. А мне вот интересно, это просто вступление такое сейчас, или тут будет потом еще сюжетные миссии, или как оно вообще все работает?
Или что мы вообще тут делаем в этой игре? Странно. Непонятно. Боевка прикольная, к ней нужно очень сильно привыкать, она не неудобная, ее интересно, но просто пока что я контролирую процентов 50, наверное, того, что делаю. А хочется именно прям, ну, какой-то дичи, чтобы прям там комбо выстраивать. Ну, увидели, что в итоге получается. Интересно, а что это у него на поясе такое поломанное? Или это не поломанное? Стиль вообще вот этого дела напоминает The Longest Journey. Dreamfall. Вот бы сейчас кого-нибудь встретить. С игроков я имею в виду. С игроками, я думаю, это PvP будет очень хорошо заходить. А может и не будет. Что-то все разрушено. Опять на руинах какой-то цивилизации, да? Я дивергент. Я особенный. Мне сказали, если я буду бить других людей, то я стану избранным. Именно так я смогу... Что это? Именно так я смогу возвыситься. Мы, люди из школы огня... Ладно, я сгоняюсь. Здравствуйте. Ого. А можно мне какое-нибудь холодное оружие, чтобы не драться кулаками, как вот этот вот, а просто взять и отоварить? Это мой бонфайр? Я вас понял. Так, и что мы с ним можем делать? Я слишком переиграл в консоли Nintendo, я нажимаю кнопку B вместо кнопки A постоянно. И X, Y. Так, экипировка. Можно что-нибудь новенькое, пожалуйста? Пока, похоже, нет. Медитация, боевые испытания, общение. Мировой подбор, встречи, приглашения. Типа, ладно. Традиционный бой насмерть для выявления достойнейшего. Окей. Давай посмотрим, есть ли кто-то в сети все-таки. Я практически уверен, что нет, но мы дадим этому делу 30 секунд. И если не найдется, то не найдется. Да нет, мне говорили, что сейчас это очень маловероятно. Поэтому ладно. Повезло тебе, повезло, парень. Кто бы ты там ни был. Чтобы стать абзолвером, тебе придется показать, чего ты стоишь, и одолеть Ресрин в висячих садах башни Адал. Но сначала держи победу над Курецем в Колизее, над Килнор и ее братом Каргалом в Старом Гнездове. И над шестеркой меченых, что бродят по городу и лесу. Вот что, меченый, я тебя спас. Так, ладно. Только тогда откроются каменные врата имперской башни. Этот камень укажет тебе твои оставшиеся цели. Берегись этих врагов. Одолеть их будет непросто. Хорошо, ты кто вообще? Ладно, неважно, прайзесан. Пока что напоминает малобюджетный, но вполне себе стильный клон Dark Souls, короче, по итогу. Со своим лицом, со своей боевкой. Это неплохо, но я не могу сказать, что это прям дико хорошо. То есть бюджетность, она как бы все-таки чувствуется, да, во всем этом. Хотя, может быть, это мне кажется пока. Все-таки при этом видно, что игра не на коленке сделана. Так. Во всех таких играх у меня, как правило, возникает всего один вопрос. Кому вломить? Кому вломить? Смотри, тут такая атмосфера прям между тем. Круто. Вот. Странно. Что это за тени были? Башня Адала. Не, походу, знаешь, походу годнота. Именно в плане боевки это какой-то глоток чего-то свежего. Не могу сказать, что воздуха, но тем не менее. Bonfire. О, да. Ты же хочешь драки, да? Подожди, эта дверь не откроется.
Никакого уважения к противнику. За это ты умрешь. Воу, сильные дядьки. Не очень удобно переключать, честно скажу. Боже, как это было хорошо. Отдохни. Ну как тебе такое, а, мудак? Старые сандали. О, это было красиво. Давай, давай. Ау! Слышь, ты там не охренел вообще? Надо просто добить, я все пробую, какие-то удары финтить там и тому подобное. Так, давайте разберемся с хилом. Как оно у нас вообще работает? Оздоровление, я имею в виду. Это как-то кончается, нет? То, что я сейчас сделал. Экипировка, у нас новые сандали. У них есть какие-то показатели. Окей. Сандали изношены даже по меркам Тиары. Подметок давно нет, остались лишь ремешки на икрах. Так, теперь мне нужно разобраться в другом. Если я взаимодействую вот с этим, то восстанавливаются ли местные враги? Похоже, что нет. Но здесь враги уже пожестче идут. Я не могу сказать, что эта игра мне напоминает, но что-то она напоминает мне сейчас. Тося трется об микрофон, если вы слышите какие-то странные звуки. Здравствуйте. Напоминает что-то... Помните, игра была Xenoclash? На ПК, опять же, на движке Source. Это был файтинг от первого лица с очень странной историей про папу-маму, про рогатую девушку и про паренька, который... сбежала с этой рогатой девушкой от папы-мамы. Они сражались со всякими суккубами и прочей наркоманией. Тося, хватит тереться об микрофон. Ну, Тося. Уйди. Вот, посиди лучше на мне на коленях. Нет, я буду тереться об микрофон. Так, здравствуйте, мужчина. Иди по тропе и найдешь врата меченых. Вратам известны твои деяния, и ты их не обманешь. Найди своих жертв и одолей их, иначе врата так и не откроются. Вон те врата, да, я так понимаю? Ну, здесь какой-то человек, можно я его просто вломлю? Здравствуйте. До свидания. Больно было, да? Ау! Я не пойму, как парирование работает. Я нажимаю вроде тайминги идеально, но... Но вроде как и нет. Да сдохни. Лежать, тварь. Так, хорошо, у нас есть медитация. Блин, мне уже пора заканчивать. Ну, типа, как бы, мне игра очень нравится на самом деле. Постепенно. Вот эти вот добивающие удары. Они мне нужны. Постепенно я в нее втянулся. Она реально челленджевая. Ну, пока что не особо сложная. Цепь. Я бы даже сказал, она совсем пока что не сложная. Но есть, видно, что она... А, вот она, на руке цепь, смотри. Короче, мне нравится игра. Я хочу полную версию. Как приеду, буду в нее играть в коопе. В коопе это будет хорошо. Эта дверь откроется? Эта дверь не откроется. Там что-то... Что за звук? О, блестяшки. Ясно. На нее даже не наводится. В коопе, я думаю, это будет хорошо. Но я надеюсь, что в коопе будет больше сложности, потому что я пока
в одиночку, в принципе, решаю неплохо эти вопросы. Это ты неплохо увернулся. Ты увернулась. Ну, давай. О-хо-хо-хо. Так, у стенки... Месть. Страшная месть. Я иду. Неплохо я так упал. Урон от падения здесь реально неплохой. Ты чё, передумала уже, да? О, что это было? Мне сейчас вломит. Так, переродиться немедленно. Хорошо, что я при этом теряю? Интересно. Короче, нарвался, да выпендривался. Так-то я, в принципе, им очень сложно проиграть, но когда начинаешь пробовать всякое разное, ты в результате умираешь. Где? А, я понял. А мне не нужно там как-то свои души собирать или что-то в этом духе, нет? Короче, все, не выпендриваемся, не пробуем, не экспериментируем, просто вламываем. Или пробуем. Чё бы нет. Хо! Слушай, я не шутил. Они реально стали жесткими. До свидания. Опыт дают, значит, все хорошо. Непонятно, какие двери можно открывать, какие нельзя. Они все вроде как выглядят одинаково. И я не знаю, хорошо это или плохо, но тут практически нет никакой музыки. Ну, то есть, обычно там все это списывают на атмосферу. Типа, вот, круто, загадочная атмосфера и тому подобное. Но я бы все-таки хотел, чтобы что-нибудь играло. Так, здоровье очень медленно восполняется. Короче, здоровье нужно экономить. Вот и челлендж пошел. А то поначалу реально мне было... Че? Мне показалось, что за мной кто-то бежал. Управление на самом деле довольно удобное. Как это происходит? И я пока вообще не ориентируюсь в этом месте. Это какой-то сраный лабиринт. Ну скажи, дизайн, уровень реально прикольный. Так, туда падать не стоит, наверное, учитывая, что я с этажа упал, у меня все жизни ушли. Где враги? Враги где? Куда я пришел? Я в тупик пришел? Нет, не в тупик. Были бы какие-то ящики, я не знаю, там, с лутом. Ну, чтобы больше хотелось все это дело. Квартал Орати. Здесь что, землетрясение было какое-то, что ли? Я не пойму. Что за апокалипсис? Не, ну вот это, конечно, богато, симпатично выглядит. Все, я на самом деле доволен игрой. У меня были серьезные сомнения, как вы помните, в начале. Мне норм. Очень нишевый, но приятно выглядящий проект. Я в него буду играть в коопе с братюнями. Скорее всего, на Твиче. Нет! Ясно. Заговорился, засмотрелся в другую сторону. Слушай, а мы не на чекпоинте начали. Мы начали вот с таких вот пластин, видишь? Жалко, тут перелезть как-то, перепрыгнуть нельзя. Ты посмотри, я с такой высоты упал, и мне больно было. Что-то Uncharted меня расслабил. Соколиный наплечник. Окей. Ну ладно, я выгляжу теперь побогаче. Вот там пацан, мне кажется, или он с ножиком? Да похоже нет. Не с ножиком.
ты конченый, да? До свидания. Нет, не... Я живой. До свидания. Так и хотел. А ты что там делаешь? Легонько. Так, теперь пришла пора отомстить мудакам. Ну? Блин, чё ж ты от края-то отошла? Давай ко мне. Жива еще? Куда ты пошла? Выпендриваться перед NPC — это такое себе, конечно. До свидания. Вот это фаталити было. Скажи, я их красиво уделал в итоге. Упал, конечно, один раз, но этого никто не видел. А вот и появились, кстати говоря, лут-крейты, по-другому не назовешь. На, на, получи. О-хо-хо-хо. Просто унесло тебя куда-то туда. Не скажу куда. Так, медитация. Блин, надо заканчивать. Меня время поджимает. Я записываю это до отъезда, и у меня очень мало времени. Я не могу оторваться. Блин, я залип. Я залип в эту игру. Окей. Пойдем посмотрим, что там за лут. Падаем, падаем. Падает, 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 падает листья. Печатки хранителя Ораты. Я думаю, они получше моих. Ну, так, не намного. Одна толкает, вторая тянет. У каждой руки своя задача. Мне бы футболку нормально найти, а то я выгляжу как какой-то нидхог. Так, он там. Слушай, здесь... Уровни реально черт ногу сломит. Я вообще не понимаю, куда я иду. Но это, наверное, временно, но пипец, здесь столько ходов. И вот эти вот еще окаменевшие. Че стоят? Че хотят? Вот тогда мы и встретились. Претендентов я узнаю всегда, даже под масками. Составив интересный набор атак, ты сможешь вырастить из него целое учение и делиться мудростью с другими. Но пока еще слишком рано. Сначала отточи свое мастерство в боевых испытаниях. Возвращайся, когда почувствуешь уверенность в своих силах. И я расскажу тебе, как стать наставником. А я пока поработаю над моими статуями. А это ты статуи делаешь? Ага, ясно. Все-таки с высоты лучше не падать, потому что главный герой нежный довольно-таки. Иду, куда глаза глядят. Иду, куда глядят глаза, туда держу свой путь, и есть ли кто ко мне придет. Хоп! Ох, ни хрена. Конченый, конченый. Ты посмотри, какой конченый. И ладно бы конченые, но их двое. Фух. Так, сначала надо вот этого, короче, вырубить. Он менее конченый. Как вы видите, да? Так, потихоньку, помаленьку. Да ты посмотри на эту мразь. Окей. А можно мне того лучше?
рту, у вас не всегда понятно с этими масками, еще и балахонами. Давай. С одним-то, я думаю, справлюсь. Видели? Он меня от контрил отпарировал. И такое бывает. Ты посмотри просто на этого урода. Первый по-настоящему сложный противник. Интересно, я тут не по уровню или он просто реально требует привыкания? Слышь? Это надо исправлять. Интересно, а сколько людей на карте одновременно может находиться? Где это я? Где это я? Это я тут же, где они были? А куда они подевались? Воу. Так, ну с этим все не так. Тот конченый был, короче, и я сразу это заметил. Я сразу это понял. Видите, этих-то я разламываю, а тот половину ударов тупо доджит. Не, силовые атаки пока что... Я выдохся. Свидание. С двумя реально сложно. Отсечки делать, интересно. Просто здесь я только сейчас заметил, что некоторые удары, если ты нажимаешь направление в другую сторону, вместо них делаются другие удары на стике. Я не знаю, как это на клавомыше будет играться, но на стиках это именно так, короче, на геймпаде. И это вот как раз-таки реально прикольно. То есть новая глубина во всем этом дерьбе образовалась. Я просто видел там ящик, и я хочу к нему. Но я нашел другой ящик, я не жалуюсь. Маска главаря, окей. Фух, сейфоголовый на месте. Здесь... Че? Там кто-то ходит? Здесь реально сложнее находиться. Вы заметили, да? Здесь даже обычные враги сильнее в два раза где-то, чем там. Больнее бьют, лучше уворачиваются. А тот вообще, он половину моих ударов реально уводил как какой-то... Ого. Это какой-то как Колизей. Это что, босс? Блин, все жизни потратил. Ну, давай посмотрим. Не знаю на что, но давай. Это тот чувак, с которым я дрался, да? Это же он? Я вызываю тебя на бой. Мы будем драться с тобой. Я избранный. Мне так сказали. Экпарсен натурал интер. Телембрисан тет иммен. Так, один на один, я надеюсь. А, как тебе такое, а? Ну чё, один на один, ты уже не так интересно, да? Минчун, вызываю тебя. Я Арториуса побил. Думаешь, я тебя не заломаю? Вот этот удар мощный, но, блин, с ним так сложно. А так хочется. Я из него сейчас сдохну опять.
Вау, вау, вау. Играем... Играем как шлюха, я тебя понял. Да. С наведением пока что проблема у меня, по крайней мере. Но эти слабые враги. Свидания. Молодец. Сделал за меня всю работу. Откуда у вас тут столько? Нет, не туда бьешь. Сложно переносить цели, серьезно. Ну, я думаю, постепенно. Вообще по площади бьет вот этот удар. Сколько вас здесь? Лежать. Ау, надо выходить из окружения. А то они точно меня уработают. Не туда. Не туда. Зачем ты бьешь других, а не того, в кого я целюсь? Интересно. Просто так, для общего развития. Не. Если что, в комментариях мне нужно отвечать, что потому что ты между ними стоишь. Я специально сейчас между ними стал, чтобы ударить ближайшего. Я про прошлые разы говорил. Когда мы стоим вот так, бьем не того, кого надо. Вот так. Ау, ау. За убийство я получаю неплохо так. По чёрчкам, я имею в виду. Слышь, этот удар вообще попадает кому-нибудь, нет? Молодцы, бейте друг друга по макушкам. Давай, милая. Надо было идти в балет. Сама виновата. Тебе никто не говорил, что ты мудак? Смотри, у него жизнь восстанавливается. Или мне показалось? Ага. Свои-то по ней бьют. Потому что это свои. На. Ты знаешь, я постепенно... Да отойди ты от него, он же конченый. Короче, этих женщин можно воспринимать как... Как хил. Я с них неплохо получаю, видишь? Ну сейчас, подожди. Смотри. Да блин. Вон сколько хила пришло. Получил ответочку. У него интересный стиль, у него какие-то свои движения. Молодец, молодец. Только мне хила не дали за это, по-моему. Слышь, походу мне нужно просто его убить. Как тебе такое мудило, а? А? Че, думаешь, я зря такую маску ношу? Потому что я мудак. Хо-хо-хо-хо-хо. До свидания. Свободен с первого раза. Так, экипировка. Я надеюсь, вы мне дали что-то годное. Подожди. В экипировке, говорят, дали что-то. А что дали? А где посмотреть? Я просто не... А, вот, смотри. Боевые перчатки, урон по стилю атаки. Описание. Твердая тиарская сталь, шипы со всех сторон. Лучше избегать ударов такими перчатками. Ну да. Так, медитация. Сильный удар пока что больше выручает на самом деле. Хотя ты знаешь. Даже не так. Лучше вот так, так намного лучше. Под мой стиль самое то.
Посмотри на мои перчи теперь. Короче, что я хочу сказать. Постепенно разыгравшись, я могу тебе сказать, зритель, что грядет годнота. И я даже не знаю, хочу ли я играть в нее в коопе, потому что в одиночку здесь реально челлендж. И поначалу ты бегаешь, всех бьешь, а потом постепенно тебя начинают наваливать. И вот тот босс, который нас избил, теперь мы его избили, и хрен он куда от этого делся, да? Графический стиль, я к нему привык, он меня не раздражает. В принципе, стилизовано, все круто, выглядит приятно. Просто поначалу мне казалось, что стиль не очень. Ну, типа, показалось, видимо, потому что стиль прикольный. Я люблю кастомайз персонажа, я люблю, когда от того, что ты меняешь какие-то предметы экипировки, ну и то, что вообще их можно менять, это я тоже люблю. И внешний вид персонажа меняется. Боевка очень классная, лучшее, что есть в этой игре, это боевка. Блин, я не знаю. И в сингле, и в кого-то, короче, буду играть в эту игру. Мне очень понравилось. И я надеюсь, инфа была полезна тебе. Увидимся и пока.